Всем привет! Сегодня с вами снова Марина Петрушенко, и мы приготовим чикмирули из курицы, или по-другому курицу в сливках. Для приготовления нам потребуется 700 грамм курицы, я взяла бедра, можно взять любую ее часть, у меня получилось 5 бедрышек. 250 миллилитров сливок, у меня сливки 15% жирности, можно взять любой процент жирности сливок. 4 крупные дольки чеснока, специи берете по вкусу, я все взяла по пол чайной ложки. Хмели, сунели, молотый кориандр, кинзу. В принципе, если вы не любите кинзу, ее можно не добавлять. Также пол чайной ложки сушеной петрушки. Петрушку можно взять свежую. И у меня смесь перцев. Можно использовать просто черный молотый перец. В чашу мультиварки наливаю подсолнечное масло. 2-3 столовые ложки. Закрываю крышку мультиварки. При закрытой крышке быстрее нагревается масло. Выбираю режим жарко. Вид продукта мясо. Если есть возможность установить температуру, лучше взять, ну, где-то 170 градусов. Нажимаю старт и жду 2-3 минуты, чтобы масло хорошо прогрелось. Итак, у меня прошло 3 минуты, отправляем обжариваться курицу. Главное, курицу кладем в один слой. Обжариваем с двух сторон. У меня 5 бедрышек в один слой помещается. Крышку лучше закрыть и 5 минут не трогать. Прошло 5 минут. Теперь курицу переворачиваем на вторую сторону и уже крышку не закрываем. 5 минут жарим при открытой крышке. Прошло еще 5 минут, отключаем режим жарко. Добавляем все специи сразу. Добавляем рубленый чеснок. Именно рубленый, а не измельченный на прессе. Соль добавляем по вкусу, я добавляю чуть больше, чем чайную ложку. Добавляем горячие сливки, их можно подогреть в микроволновке или на плите. Аккуратно все перемешиваем, чтобы специи, соль, сливки, все распределилось равномерно. И во время приготовления курица пропиталась. Закрываем крышку мультиварки. Готовить буду на режиме тушения 40 минут. Курица практически готова, нам необходимо просто ее довести до конца, до полной готовности. Время истекло. Вот такая курочка в соусе получилась, очень ароматная, и она отлично сочетается с любым гарниром. Огромное всем спасибо за лайки и комментарии, подписывайтесь на канал, нажимайте колокольчик, чтобы первыми получать уведомления о новых рецептах. Всем приятного аппетита и до новых встреч!